Кто так себя ведет? Ужасно. А? Сейчас скажу папе, чтобы тебе... А, конечно. Ты психуешь, да? Папа поливает тех попугаев, а тебя еще не вынес. Что ты говоришь? И ты в шоке, да? Скажи, папа сейчас получит, чего он меня еще не взял на улицу. Те уже купаются, а я тут еще сижу. Так он тебя сейчас вынесет. Так, крызи улетели. А вы чего орете? А, мёртвые? Как ты себя ведешь? Постучи папе на клювом. Что это такое, скажи, что он меня не взял? А ну иди сюда! Тинтин прогоняет кота, повыся его. Молодец, Тинтин. Занят кто чем? Кто чем? Это Чарли вот так себя ведет. А то Кристина себя так ведет. Чарли, ну как так, да разве может так вести себя? А? Чарли. Кое-как. Папа пришел, наверное, заберет вас во двор, если вы будете хорошо себя вести. А Мёдхен это, вот это когда делает, это он злится на них. Мёдхен, а ну скажи еще раз так. А эти красавицы идут на улицу? Потом. А, потом. А то они мне тут такое устраивают. Пусть дома поиграются. Они посмотрели, что ты поливал попугаев. Возмущались, мне страшно. Мяткин, иди сюда. Иди, маленький. Иди. Иди сюда. Ой, теперь Грета кричит. Грета, иди сюда. Не надо кричать, идите. Сейчас вы все покушаете, и папа вас тоже выпустит на улицу. Пару минут терпения. Так, Мёдхен, вы знаете, мы уже определили, почему у него такая голова вот эта, что у него тут залысинка. Это все Грета виновата. Она научила его сидеть на карнизе, только она ниже ростом, и она до потолка не достает. А этот выше и трется головой об потолок. Кошмар. Видишь, какое настроение у некоторых. Так что, Мёдхен, мы раскололи тебя, откуда у тебя такая залысина на лбу. Так что мы будем загонять с карниза. И зараз что? А что делать? Ну, он сидит вот этим местом, трется в потолок, трется. Мало того, что потолок потом сотрешь мне, скажешь, иди крась. Так еще и шерсть на башке себе постирал. А мне говорит потом, Мёдхен у вас какой-то облезлый. Я думаю, вроде шерсть хорошая, только на голове залысина. Мы с папой мучились, гадали, почему у Греты нет, а у него есть. А потом увидели, что она не достает до потолка, а этот достает. Так что карниз больше не твоя территория. Да, иди на окно, иди. Я тебе вот повешу вот такую штучку. О, смотри, как красиво я тебе сделала. Иди на окно. Уже нашла съедобная добытчица-то Кристина.
Кристина добытчица, да. У нее очень умное выражение лица. Очень. Детский сад почти, почти, почти. Сегодня уже все съели. Вот такую штучку нашла уже, потому что котята уже выросли. Скоро начнем играться. Вот. Да, еще не маленькие. Но скоро еще чуть-чуть, и мы будем бегать весело. Щенков почти не видно. Чуть-чуть нашла вот. Вот Эвечка молодец, сразу кормить. Давай покорми свою. Котик, плесок твой. Позже опять без имени. Я еще никак не могу имя придумать. Настолько нравится собака, что нельзя придумать имя. Эвечка, дай уже сиську, что ты вот там ходит и прикаянный. Давай. Я понимаю, что они уже сами хорошо кушают, но они не хотят, понятно. Хочет играться. А Терри страшно хочет спать. После этих попугаев, которые кричали, мы сейчас будем долго спать. Скажите всем спокойное утро.